Школьная медиация – это наш такой отдельный проект. Специалисты нашего центра начинали помогать в разрешении конфликтов между школьниками. Оказалось, что это такой комплексный вопрос, потому что школьники конфликтуют не просто так, они как бы несут в школу свои семейные ценности, которые в семье получают. То есть вышли мы на семейные конфликты в том числе и успешно их разрешали. И итогом этой работы явилось создание в Минске и уже в других городах школьной службы медиации, когда обучены были педагоги, обучены были школьники, и совместно они решали конфликты, которые возникали в среде. В том числе, это где-то порядка более 10 школ в городе Минск, в каждом районе есть такие школы, и если в какой-то другой школе возник конфликт, то ученики могут прийти вот в те школы, где есть школьные службы медиации, и там они разрешают свои вопросы. Особенно порадовали школьники, потому что некоторые вот, здесь важны доверительные отношения. И подростки не всегда готовы с учителями обсуждать некоторые вопросы. Но с ровесниками они это делают с большим удовольствием. И вот это сама процедура медиации, сам регламент переговоров, он проходит в такой уважительной обстановке, доброжелательной. Плюс ко всему медиация – это процесс конфиденциальный. Там можно проговорить и чувства какие-то, и какие-то поступки. И там находится решение таких вот старых вопросов, старых обид. И закладываются основы новых взаимоуважительных отношений, что очень ценно.